была простая бабушка у Вовки Черемных. Ничем не выделялась она среди других. Пекла до Вовки шанюшки, с капустой пирожки. Штаны ему стирала и штопала носки. Но вот пришел однажды какой-то генерал. Он крепко-крепко бабушку при всех расцеловал. Весь вечер, вспоминая они военный год, у Вовки сердце жалкое, то стукнет, то замьет. Так вот какая бабушка, а он-то и не знал, спасен от смерти бабушкой вот этот генерал. И все в отряде знали Настену Черемных, разведчица отважной слыла она у них. Теперь для Вовки шанюшки вкуснее во сто раз, а все, что скажет бабушка, как воинский приказ.